Миндальный орех 200 грамм, банка сгущенки, 20 грамм сливочного масла будем использовать, 100 грамм шоколада. Орешки высыпаем в кипяток на пару минут, выключаем. Меньше минуты даже понадобилось. Очищаем, немножко подсушим. Самый маленький огонь, сгущенку, шоколад. На медленном огне начинаем это все топить, перемешивая. Эта смесь должна подзагустеть. Добавим маслица, продолжим. Орехи. Давайте сделаем такой, знаете, в форме колбаски шоколадной. И давайте охладим. Немножко помучился отдирать бумагу. Ничего, отошла. Ребят, вкусно, просто. Скоро увидимся.